Летом по традиции во всех поселениях муниципалитета проходят Дни поселков. На этот раз праздник состоялся в Развилке, где в течение всего дня проходили праздничные мероприятия. Спортивные соревнования, интерактивные программы для детей и, наконец, концерт с участием творческих коллективов. Все это могли увидеть жители поселка. К вечеру на футбольное поле стадиона начали стягиваться желающие отметить праздник вместе. Праздник вообще замечательный. Он очень яркий. Утром был вообще для детей праздник с салютом бумажным. Дети все веселые, радостные. Нам очень нравится. Праздник наш удается, как вы видите. Молодежь танцует, дети. Все нормально будет. Я надеюсь, что будет праздник понравится каждому жителю поселения Развилковска. Подготовка к мероприятию шла все летние месяцы. И речь идет не только о развлекательной программе. Мы постарались успеть сделать асфальтовое покрытие в поселке, мы постарались сделать благоустройство, оформление новое нашей площади. И, в общем, я думаю, что жители должны это оценить по достоинству. Администрация поселения старается организовать досуг как для подрастающего поколения, так и для жителей почтенного возраста. Во-первых, отмечаются все праздники, библиотеки. И есть нам года не беда, День матери, пожилого человека. Все праздники, мы все участвуем, и администрация участвует. Все, мы все вместе. Во время торжественной части гостей праздника со сцены поздравил заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Дорогие друзья, День поселка – это праздник общий. Касается он всех, кто здесь родился, кто здесь вырос, живет, работает. Для тех, для кого эта земля является малой родиной. И в том числе для тех, кто эту территорию, этот наш поселок построил. Я имею в виду наших дорогих ветеранов-первостроителей. За работу, направленную на развитие поселка, отличившимся жителям были вручены награды. Поздравления официальных лиц чередовались с концертными номерами. А народу на стадионе становилось все больше, и все хотели сказать теплые слова своей малой родине. Ну, здоровья, прежде всего, я как медик. Здоровья, чтобы все были бодрые, веселые, с хорошим самочувствием и настроением. Концерт продолжался до позднего вечера и завершился салютом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.